Лето – время отпусков и поездок на дачу. А все ли у вас готово? Чтобы лишний раз не ездить в город за продуктами и хозтоварами, рекомендуем заглянуть в светофор. Здесь за раз можно собрать все, что необходимо для дачного отдыха. Начнем с обзора продуктов. Подсолнечное масло 5 литров, которого однозначно хватит и на отпуск, и даже больше – 18 рублей. Для тех, кто придерживается правильного питания и диеты, оливковое – всего за 6 рублей. Вряд ли где-то еще будет дешевле. Первая ассоциация с дачным отпуском – шашлыки. Для тех, кто не особо силен в науке маринада, хорошее предложение – мясо, уже готовое к костру, которое нужно только разморозить. К мясу обязательно нужны соусы, выбор которых вас также порадует. Крупы, паста, хлопья и мука от популярных производителей по приятным ценам. Лето в этом году радует нас поистине жаркими и солнечными деньками, а в жару необходимо пить больше воды. 2 литра полезной минеральной воды за 89 копеек. Разве где-то еще есть такая цена? Очиститель для воды и фильтры для него также в продаже. Перейдем к бытовым товарам. Ведро на 9,5 литров за 3 рубля. Звучит как-то сказочно, но на самом деле реально. А пищевой бак на 50 литров за 20 рублей реально? В светофоре да. 6 килограмм хорошего качественного порошка по демократичной цене можно найти также здесь. Собрались провести легкий ремонт на своей усадьбе? Загляните в светофор. Купив товары здесь, вы сможете сэкономить кругленькую сумму. И именно поэтому солигорчане выбирают этот магазин. Нормально, вполне достойно, как говорится. Так что можно ходить. В любом случае, выиграть можно каких-то 5-10 рублей, может даже больше. В принципе, то, что надо человеку, приехал, взял, пожалуйста. Вот жена любит делать, что она любит делать? Она любит тесто делать детям, сосиски. В тесте любит пиццу делать. Вот детям нравится, покупаем здесь. Вот в KFC то же самое. Магазин низких цен «Светофор» продолжает радовать своих покупателей широким ассортиментом и приятными ценами. А теперь и комфортной, просторной парковкой. А для тех, кто отправится на автобусе, подойдет маршрут номер 3, кроме экспресса. Остановка «Машхимпром». В магазине «Светофор» каждому будут рады.